Здравствуйте, возьмите трубку, я по важному делу. Алло, здравствуйте. Вы Тигау, Серджио, как вас? Серджио. Я мама некого мальчика Виталий. Что ты делаешь? Подождите, выслушайте меня. А я-то при чем? 1 000 000 рублей. Сколько? Несовершеннолетний ребенок попал на YouTube под названием «Грифер взял кредит в банке и задонатил 80 000 рублей». А. Мне нужен моральный ущерб. 1 000 000 рублей. Как бы я, извиняюсь за выражение, губа не треснет. И чего, что он взрослый? Виталий, ты не лезь, пожалуйста. Либо обращаться в полицию, либо писать заявление к общему знаменателю, поэтому до свидания. Ну вас слушают сейчас подписчики мои, зрители вас слушают. Телепортируйся к Гриферу. Пока он не видит, отключи себе префикс. В чате вам будет написано, что префикс спрятан. Ну или установи себе любой другой префикс. Выглядеть это будет примерно вот так. Залезь в абсолютно любой приват. Увидь у Грифера кучу алмазов. Сеть на ему все сундуки. Затем убей Грифера. Также ты можешь посадить в тюрьму этого Грифера. Его будет охранять прекраснейший вахтер. Потом напиши на весь сервер, что Грифер находится в тюрьме. Затем наблюдай, как все его унижают. И мы добавили супер возможность владельцам сервера вычислять IP Грифера при помощи команды Voice. Прописав эту команду в чат, вы сможете узнать, где живет Грифер и троллить его. Поэтому, если вы хотите снимать ролики Антигрифшоу для своего канала на Сержо Крафт, тогда становись владельцем сервера на Сержо Крафт, на которого как раз действует скидка, и ты сможешь снимать ролики Антигрифшоу для своего канала. Ссылки под видео. Срочно, мне звонят сейчас в скайпе, написано: здравствуйте, возьмите трубку, я по важному делу. Так, не ждем, не ждем. Я уже на сервере, уже здесь. Алло. Алло, здравствуйте. Добрый день. Вы... Сигау, Серджио, как вас? Ну, Серджио я. Я так понимаю, что-то я с вами не слышался ни разу. Вы кто? Я мама некого мальчика Виталии. Что-то не помню. Который попал на YouTube. Я так понимаю, это был какой-то ваш ролик. Я не помню. Под названием «Грифер взял кредит в банке и задонатил 80 000 рублей». А, ты что делаешь? Я звоню вообще к вам с претензией. Есть. Как вообще мой ребенок попал на YouTube? Так. Это во-первых. Во-вторых. Что ты тут делаешь? Подождите, выслушайте меня. Там Виталий пришел. Виталий, не лезь, пожалуйста. Во-вторых, на мое имя взят кредит 80 000 рублей. Естественно, с процентами там отдавать надо будет уже 120. А, это вот это? Не разговаривай. Я требую от вас, чтобы этот ролик был убран с Ютуба. Да нет. И требую от вас компенсацию морального ущерба. Ну, какую же? Потому что мне жить не на что. А я-то при чем? 1 000 000 рублей. Сколько? Я не знаю. Нет, стоп, мне не послышалось. Сколько? Каким образом это будет? Я вам еще раз говорю. Несовершеннолетний ребенок попал на Ютуб. Втянул меня в кредит, в долговые обязательства. А я здесь при чем, что он вас втянул в долговые обязательства? Вообще я при чем здесь? Он взял кредит, чтобы сюда... Взял кредит на мое имя. А я здесь при чем? Он взял кредит, чтобы задонатить сюда на сервер. Он снимался на вашем сервере. Ну, то, что он снимался, он об этом не знал. Во-первых, снимался он потому, что он нарушал правила. И вообще... Вон, послушайте, что ваш сын, да? Да при чем здесь сын? Что может понимать ребенок? Как вообще со мной? Как тебе я? Я требую от вас компенсацию. Мне нужен моральный ущерб. 1 000 000 рублей. 1 000 000 рублей. А, ну как бы я, извиняюсь за выражение, губа не треснет. За что? Ваш сын нарушал правила, обманывал людей также на деньги на этом сервере. Все, что я сделал с него, это лишил его привилегий. Я просмотрела этот ролик. Это, я даже не знаю, вот знаете, у меня даже слов нет. Вы вроде взрослый человек. Ну. И чего, что он взрослый? Так, Виталий, ты не лезь, пожалуйста. Ну, когда взрослые разговаривают. Ну, Виталий ваш тоже говорит дельные вещи немного, хоть он и сын. Он еще ничего не соображает. Как вы со мной вообще связались? В долгах оказалась я. Я нашла у вас в списке, у него в контактах, в скайпе. То есть вы влезли в его компьютер и мне позвонили? Да, влезла в его компьютер.
В общем, короче, так, если, значит, вы не идете на мои условия, я, значит, буду либо обращаться в полицию, либо писать заявление, либо что, я еще не знаю, но я найду пути воздействия смотрите, на вас. Сразу, я сразу предупрежу, что я сейчас записываю также ролик, сразу на все те случаи это, жизни. Это ваши проблемы, это... можете записывать нет, все, я, что угодно. Я, смотрите, я вас я заранее считаю, предупрежу. Я считаю, что здесь я все равно права. Но я вас заранее просто предупреждаю, я запишу, я никак в крышу пожалуйста, поступлю. Пожалуйста, пожалуйста, делайте что хотите, я со своей стороны тоже буду принимать всевозможные меры, чтобы больше мой ребенок не попадал ни на какие ютубы, ни на ваши серверы, не участвовал ни в каких съемках. Я буду обрубать у него компьютер, я буду делать... Ну вот, правильно, правильно, не давайте ему играть, но я-то здесь при чем? Я не буду больше с вами разговаривать. А почему? Но миллион я от вас жду. Я вот прямо вот жду и требую, чтобы вы возместили мне моральный ущерб. Послушайте. За мои нервы, за мое здоровье. За все. Я с вами отчасти согласен, что вы попали в такую ситуацию, кредит сын взял на ваше имя. Но я здесь ни при чем. Я так понимаю, что мы с вами все равно не придем к общему знаменателю, поэтому до свидания. Ну вас слушают сейчас подписчики мои, зрители вас слушают. До свидания. Да, да, ушли, да, ушла женщина, я забыл спросить ее имя, или может она себя назвала, я не забыл в процессе этих, процессе разговора. Я не понимаю, как до такого дойти, потому что миллион рублей, ну я понимаю потребовать 5000 рублей, я понимаю потребовать 10000 рублей, хорошо, хорошо, я бы и то их не дал, потому что не за что. Я просто снимал ситуацию, как ее школьник обманывает здесь игроков. Я, честно говоря, я не помню, что было в том ролике. Я помню, что такое был, да. Он набрал где-то миллион с лишним просмотров. Ссылочки на него будут здесь. Или прямо перед вашим экраном сейчас будет ссылочка, что я на этот видеоролик. Вы можете лично посмотреть, что там. Я сам сейчас буду пересматривать. Но я знаю то, что ничего такого не снимал. Лиц школьников я никогда не снимаю. То есть ничего плохого я не делал. И то, что школьник взял на имя своей матери 80 тысяч, а должны они 120. Ну извините меня, я не просил его брать. И донатить сюда я тоже не просил никого. У меня больше нет слов, я не знаю, что сказать. Надеюсь, дорогие друзья, вы будете на моей стороне. Я как бы никакие деньги передавать, естественно, не буду. Я дальше буду снимать также ролики. Посмотрим, что она дальше будет делать. Но это я считаю тоже полнейший бред. Миллион рублей бред. Мне жалко маму, но до такой степени. И ролик удалять я не буду. Потому что нефиг себя так вести. Я наоборот таких пытаюсь наказать школьников, которые берут кредит. Я все сказал, дорогие друзья. Всем спасибо за внимание. Заходите на сервер, играйте. Знаете, меня сейчас даже... А я вот хочу наоборот помогать. Смотрите, я вот даже посмотрю сейчас. Вот обычный ник. Кнайлс, да? Кнайлс. Сейчас я просто возьму... Сейчас я просто возьму и дам Кнайлсу привилегию. Просто дам привилегию. Просто я сейчас на ваших глазах дал какому-то непонятному человеку привилегию бога. И так может быть с каждым. Я могу сейчас дать каждому привилегию, просто потому что это хочу. Поэтому я жду всех на сервере, жду порядочных, хороших ребят. Заходите, IP в описании ролики, получайте админку. Жду ваших поддержки, жду ваших лайков. Заходим на сервер, не стесняемся, играем. И плевать мне то, что там мама какая-то что-то требует. Но я записал это на видео, и я считаю то, что я все правильно сделал. В общем, жду вашей поддержки и жду ваших лайков. Всем спасибо за внимание. Всем пока, друзья. Дорогие друзья, если вы, конечно же, хотите получить админку абсолютно бесплатно на нашем сервере или даже основателя сервера, просто пишите команду в чате free, заходите на наш сервер и смотрите, что вы можете бесплатно получить донат за время и донат за убийство. Донат за время можно получить випку, админку или основателя. Нужно всего лишь отыграть пару часов. Лично я сам отыграл уже 656 часов. Это 3 раза больше, чем вот самая крутая привилегия. Также вы можете получить бесплатно админку за убийство. Убийство, вам нужно совершить 20 убийств, чтобы получить ключик от кейса, из которого может выпасть VIP, премиум, креатив, админ, суперадмин или основатель сервера. Сейчас в эти дни действует огромный процент выпадания основателя сервера. Играйте, убивайте на PvP игроков, набивайте часы, получайте бесплатные админки, это ли не чудо? Поэтому, друзья мои, сейчас нахожусь на сервере Sergio Craft, IP в описании ролика, просто заходим и пишем команду free и получаем бесплатный донат. Всех жду на сервере, вот я на спавне. Всем спасибо, всем пока, друзья.